Огромная яма стала проблемой для жителей дома химиков 46Б. Людям не пройти, машинам не проехать. Ловушка для карет скорой помощи, мусоровозов и такси. Чтобы не застрять, водители объезжают ее прямо по пешеходной дорожке. Неля Бронникова каждый день ходит по этой тропинке со своей дочкой и боится угодить под машину. То есть мы, когда вот гуляем с дочкой вот здесь по этой пешеходной дорожке, вот в любой момент может мне навстречу выехать машина? Да, тут ездят по пешеходному переходу, тут люди с колясками ходят, детям гулять негде практически. Ну вот сами видите, что тут. Вам это мешает? Ну некрасиво, конечно. Конечно, мешает, ужасно на дороге. Мы просим, пожалуйста, примите меры. Исправьте положение. Если нет денег, хотя бы сделать ремонт, как называется, ямочный. Огромная-огромная просьба. С этой просьбой жители не раз обращались и в управляющую компанию, и в исполком. Последняя надежда была на большой ремонт дворов, который будет этой весной. Однако жителям сказали, капитально чинить дорогу в их дворе не будут. Правда, небольшой повод для оптимизма все же есть. В управляющей компании нам пообещали, что этим летом проблема будет устранена, и яму засыпят асфальтовой крошкой. Алина Иванова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.